Few tales are told of Hades, whose very name inspires fear and penitence, reminding us of the inevitable fate which we all share. I, however, mean to tell you such a tale. Listen carefully. С 2009 года Supergiant Games умело балансирует повествование с захватывающим доступным геймплеем, принося нам Бастион, Транзистор и Погребальный костер. Их новейшая попытка, Hades, основана на этой философии, и результаты великолепны. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. So how is your wanton ransacking of my domain? Greetings, father. My ransacking was a delight, thank you for asking. История начинается с того, что принц Загрей, сын Аида, пытается сбежать из подземного мира и достичь горы Олимп. На этом пути ему помогают олимпийские боги и другие мифологические персонажи, такие как лодочник Харон и герой Ахилл. В ходе неоднократных попыток побега беседы с широким кругом персонажей раскрывают ключевую информацию об их тяжелом положении, а также формируют мотивы Загреуса и конечную цель. Существует ошеломляющее количество уникальных взаимодействий между принцем и обитателями подземного мира, которые стоит открыть, и даже после того, как вы успешно сбежите, вам предстоит многое узнать о каждом из них. Гадес похож на рогалика, поэтому каждый прогон длится от 5 до 35 минут, в зависимости от того, как долго ты выживешь. Четыре основные зоны Тартара, Асфаделя, Элизиума и Храма Стикса остаются в таком порядке, но состав врагов, расположение комнат и улучшения рандомизируются при каждом запуске. В каждой зоне есть определенные типы врагов и уникальная эстетика, которая отличает их друг от друга, в то время как оружие, которое вы решите взять с собой, добавляет еще больше разнообразия. Враги включают в себя головорезов, ориентированных на ближний бой, и тупиц, а также специалистов дальнего боя, таких как горгоны и культисты-сатиров. В конце каждой зоны тебя ждет могущественный босс, жаждущий отправить тебя обратно туда, откуда ты начал. Бой — это безумие и невероятное удовлетворение. Шесть видов оружия можно разблокировать с помощью ключей, полученных во время пробежек, и хотя у каждого из них есть обычная и специальная атака, они значительно отличаются друг от друга. Стигийский клинок обладает солидной комбинацией с отбрасывающими способностями, которая поощряет агрессию, в то время как Кронавт, лук, стреляет медленными, мощными стрелами, которые защищают вас на расстоянии. Удары врагов о стены и другие предметы наносят дополнительный урон, в то время как стремительность и мобильность имеют решающее значение для выживания. Рядом с каждым оружием у тебя также есть заклинание дальнего боя, которое разыгрывается как брошенный предмет, который можно извлечь только тогда, когда цель умирает, или по истечении определенного промежутка времени. Кроме того, смертоносные ловушки могут в одно мгновение разрушить твои надежды на побег, в то время как тщательное использование их против врагов может сделать каждую камеру более управляемой. И даже после десятков часов, проведенных в одних и тех же условиях, бой остается чрезвычайно приятным. Каждое оружие жизнеспособно и интересно в использовании, в то время как получение нескольких желаемых улучшений не только меняет способ обращения с оружием, но и повышает ставки на отдельных запусках. Даже в случае неудачи, постоянно вознаграждаемые улучшения и значимое продвижение персонажа делают каждое путешествие по подземному миру новой и захватывающей перспективой. Во время каждого забега боги Олимпа будут даровать Загреусу временные блага, чтобы помочь ему в его усилиях. Они дают различные бафы, такие как эффекты яда, прикованный урон или повышенная мобильность, в зависимости от того, что предлагается в данный момент. Блага могут кардинально изменить ваш подход к боевым ситуациям, при этом синергия играет большую роль в оптимальных построениях. После успешного прохождения камеры тебе предоставляется награда, такая как вышеупомянутые блага, увеличение здоровья или различные валюты, используемые для приобретения предметов и улучшений. Двери в соседние комнаты показывают, какие призы ты получишь за прохождение следующей комнаты, чтобы ты мог проложить свой курс в соответствии с твоими потребностями и желаниями. Дом Аида действует как промежуточный узел между попытками побега. Здесь Загрей может разговаривать с ключевыми персонажами, такими как Никс, Цербер и сам Айд. Заказы на работу и зеркало ночи предлагают постоянные улучшения, в то время как шеф-повар обменивает награды за пойманную рыбу. Несчастный брокер может обменять валюту по определенной цене, а ты можешь попрактиковаться в боевых приемах со скелли. Есть также записи о твоих предыдущих попытках побега, и книга судеб предлагает дополнительные побочные задания с огромными наградами. После неудачной или даже успешной попытки побега приятно прервать действие и обсудить текущее событие с обитателями дома. Твои первые попытки, скорее всего, начнутся неровно, поскольку обновления жизненно важны для того, чтобы вырваться из глубин подземного мира. Приобретение достаточного количества многих видов валют делает последующие запуски намного более управляемыми. Тьму можно потратить на множество постоянных улучшений характеристик, таких как
увеличение урона от удара в спину, дополнительное здоровье и лучшие шансы найти редкие блага. Драгоценные камни можно использовать для создания новых инструментов и сооружений, таких как восстановительные фонтанные камеры или украшения для настройки ваших помещений. Нектар и амброзию можно давать НПК, чтобы увеличить ваши связи за дополнительные знания и другие награды. Между тем, кровь титана используется для улучшения и преобразования оружия, иногда кардинально меняя способ его использования. Даже если ты предпочитаешь конкретное оружие, перед каждым запуском случайным образом предоставляется темная жажда, которая вознаграждает дополнительной тьмой и драгоценными камнями, побуждая тебя расширяться и экспериментировать со всем арсеналом. Есть о чем подумать во время каждого прогона, но это представлено таким ясным способом в устойчивом темпе, что это никогда не бывает ошеломляющим. Ты хочешь пойти ва-банк, пытаясь сбежать, или просто выращивать тьму и драгоценные камни? Ты хочешь много благ, или ты предпочел бы обновить те немногие, что у тебя есть? Каждая из видов оружия, благ, валют и улучшений в Годесе имеет значение, что еще больше усиливает постоянное ощущение разнообразия и прогресса. После первого успешного побега открывается пакт наказания, который позволяет тебе добавлять модификатор сложности в обмен на дополнительные награды. Ничего не испортив, чтобы заслужить истинное окончание ада, требуется несколько успешных побегов. В то время как разблокировка всего занимает огромное количество времени, вы сталкиваетесь с большинством типов врагов и боссов довольно рано, что в конечном итоге приводит к некоторой усталости. Несмотря на то, что мы сражаемся со многими одними и теми же врагами в одних и тех же условиях. Новые способы взаимодействия со встречами, улучшениями и даже несколькими новыми врагами появляются, когда вы меньше всего их ожидаете. Способствуют десяткам и десяткам часов приятного обхода подземелий. Аудиовизуальный стиль Supergiant Games остается превосходным с нарисованным от руки внешним видом, похожим на их предыдущие работы. Исключительная и разнообразная озвучка гарантирует, что ты будешь тесно связан с запоминающимся актерским составом, таким как застенчивая и взволнованная Дуса или более спокойный Гипноз. Музыка — это изюминка, которая действительно усиливает энергию интенсивных столкновений и битв с боссами благодаря великолепной гитарной работе. В зале Аида также есть целый ряд различных стилей, которые можно послушать, конечно, за определенную цену. Годес — один из лучших рогаликов, в которые ты можешь играть. Интересный состав персонажей, закрепленный милым Загреусом, стоит изучить, в то время как кажущиеся бесконечными обновления всегда дают что-то для работы. Еще несколько боссов и окружений помогли бы на долгом пути к истинному финалу, но с таким большим разнообразием оружия и построек, каждый прогон предлагает уникальное и полезное путешествие по подземному миру. I don't remember having you on payroll, mate. Who's your supervisor? Oh, I'm not about to rap my sources, pal. Just try and beat it out of me. Хочешь еще что-нибудь подумать об Аиде? Посмотри наш недавний эпизод Frame Trap для 20-минутного обсуждения, плюс дополнительные впечатления от других игр, таких как 13 Sentinels. Все наши видео стали возможными благодаря таким же щедрым зрителям, как ты. Внеси свой вклад в patreon.com/easyallies, чтобы помочь нам зарабатывать больше. Всего за $1 в месяц ты можешь получить доступ к еженедельным обновлениям, обсуждениям спойлеров и эксклюзивным шоу.